Специалисты госкорпорации «Росатом» приняли участие в конкурсе «Цифровой прорыв в Нижнем Новгороде». «Цифровой прорыв» — один из главных проектов президентской программы «Россия — страна возможностей», и «Росатом» является генеральным партнером проекта. Попытаться найти решение сложной проблемы и одновременно заполучить самых лучших российских IT-специалистов. Такую задачу на цифровом прорыве поставили в госкорпорации «Росатом». Для этого компания «Гринатом», IT-интегратор госкорпорации, предложила участникам конкурса разработать новое решение для оптимизации процесса сдачи финансовой отчетности с учетом требований импортозамещения. Мы представили кейс по созданию прототипа портала, на котором сотрудники смогут формировать и направлять финансовую отчетность. Для нас это актуальные задачи, поэтому мы их представляем на цифровом прорыве и надеемся получить рабочие прототипы решений, которые мы можем использовать. 142 команды молодых айтишников со всех уголков страны за 48 часов создают свои проекты и предлагают решения при помощи опытных экспертов, в том числе и «Гринатома», которые доступны все двое суток. Мне можно будет задавать вопросы, как это должно работать, как это работает сейчас. Я смогу здесь подсказать именно по процессу. Конечно же, нам жалко немножко экспертов и трекеров, потому что они 48 часов не спят. Они находятся здесь, на площадке. Но так как это профессионалы, заинтересованные в новых решениях, мы все вместе создаем эту атмосферу. Эксперты не только консультируют команды, но и внимательно наблюдают за каждым участником. Я представляю «Гринатом» в Нижнем Новгороде, и моя цель — найти здесь кадры себе. В первую очередь это талант и знание технологий современных. Они заявят о себе, мы их заметим, и я думаю, что если покажется нам очень интересным и правильным решением, мы, конечно же, будем его использовать в нашей отрасли. Мы заявляем о себе как о работодателе, который интересуются цифровыми новинками, находятся на самом деле на передовой цифровизации страны. Всех победителей мы ждем на нашей стажировке и действительно их трудоустраиваем потом в «Гринатом», потому что это яркие таланты в IT, а у нас в них сейчас высокая потребность. Кстати, до конца этого года нижегородский филиал «Гринатома» планирует принять на работу до 50 специалистов.